Добрый день, вас приветствует компания «Электромотор». Сегодня мы разбираем вопрос, как узнать дату изготовления огнетушителя для того, чтобы сделать правильно следующее техническое обслуживание. Значит, если у вас есть огнетушитель порошковый или углекислотный, каждый производитель данных огнетушителей клеит наклеечку сбоку на сам огнетушитель, в котором будет указано производство, дата и год. Значит, здесь у нас идет два ряда, на котором выбита такими вот дырочками, если вам видно. Там будет отмечена дата, именно вот какой месяц и в каком году был он произведен. Вы отсчитываете ровно год. Если у вас это уже больше, вам нужно обязательно пройти техническое обслуживание. Соответственно, когда вы пройдете техническое обслуживание, у вас будет следующая наклеечка, на которой будет указано следующий срок перезарядки и дата самой перезарядки. Очень важно, чтобы вы проводили перезарядку раз в год, и срок годности такого огнетушителя составляет 10 лет. Поэтому также смотрим на дату, именно в каком году он был произведен. Если больше 10 лет, тогда такие огнетушители списываются. Больше информации вы всегда сможете получить в нашей компании по телефону 044-530-38.